уже с апреля месяца вот все наши студенты начали обеспечивать еженедельно продуктовыми наборами. И этот опыт оказался очень полезным и для республики. Республика также решила вместо монетизации, вместо предоставления каких-то денежных компенсаций для малоимущих и самозанятых, республика вот сформировала соответствующие продуктовые наборы. Но поскольку все-таки у нас большое количество проживает вот нуждающихся, Ильшат Равкач, он 2 недели назад выступал на аппаратном заседании перед кабинетом министров, перед президентом, и президент поддержал и вот включил наш университет также в программу поддержки тех категорий населения, которые наиболее пострадали. И вот первая партия товаров пришла, и я надеюсь, в ближайшие дни уже будет передана нашим студентам, проживающим в деревне Универсиады, в других кампусах.